Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Данное имя имеет в удовлетворительной мере отсутствие ясно намеченной цели. В основном владельцы этого имени имеют ярко выраженное кокетство и легкомыслие. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Звук «У» дает человеку активное воображение, имеет отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Даже в самый уравновешенный характер мягкий знак в этом имени вселяет элемент неуверенности. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Легкость натуры, умение сглаживать острые углы отношений, опасаться стать рабом волевого партнера. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Особенно ярко проявляются дни у владельцев этого имени, когда на удачный день приходится либо число 3, либо разница числа 6 и 9. Это 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, 9, 18, 27 – числа каждого месяца. Людям с этим именем нумерологического числа 3 обязательно следует помнить, что не стоит принудительно вовлекать других людей в движение по своей орбите и направлять их по своему пути. В любви эти люди непостоянны и предпочитают часто менять партнеров, чтобы не потерять собственную свободу. Человек с буквой «У» в имени аккуратен и педантичен, расчетлив и бережлив. Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Умеет достигать поставленных целей. Астрологи рекомендуют им быть более сдержанными в суждениях. Эти люди умеют разделять и классифицировать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.